вам представление в зале. Спасибо большое, чуть задохнусь, но ничего страшного. Мы танцоры. Спасибо. Я думаю, это да. Мы танцоры свинговых танцев. Собственно, вот эта прекрасная музыка, она отчасти была рождена для того, чтобы танцевать под нее. Я думаю, многие из вас, когда сидят и слушают эту музыку, хочется и ножкой немножко притоптывать, и головой покачать. Собственно, мы танцоры. Мы преподаватели, танцоры школы Social Dance Studio, танцуем эти танцы, вот, и вам советы. Спасибо! Друзья, внимание, Митрам, Михаила Петропавловского, поздравляют. Поздравляют ветеран труда. Преподаватель высшей категории, лектор-музыковед, ведущий концертов, удостоенный знаками Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре, Елена Борисовна Подряшкина. Михаил Петропавловский – замечательный музыкант, энтузиаст своего дела. Его творческая энергия, определенные ауры распространяется не только на коллектив, на оркестр, но и на слушателей. Каждый концерт – это как праздник, который приносит радость, счастье, удовольствие, и хочется еще раз приходить на его выступление. Я желаю Михаилу творческих успехов, новых музыкантских открытий, вдохновения, и пусть он всегда остается таким, каким он есть – добрым, чутким другом и товарищем. Здоровья и вперед к новым берегам, к музыке.